really, nigga? Ты чё, дурак, что ли? Нет, на самом деле там ещё и вообще мало. Нечего вам показывать. Начнём с первой вещи. И перед тем, как вам её показать, я хочу предупредить, что в детстве я был Альбертом Эйнштейном, величайшим учёным. Сейчас я покажу, с какой скоростью я могу её собрать. Почему? Я люблю сосиски! Следующая вещь тоже опасно показывать! Во многих странах она запрещена! Также в этой коробке есть одна спортивная вещь, но я же спортивный человек, как-никак! Oh, you touch my tra-la-la! Really, nigga? Nani? Следующая вещь — это мои часы! Их надо бы включить! Кажется, они не работают. It's the mind-boggling. Фокус номер два! Thank you.